Во Владимире собираются открыть консульство Словакии. Об этом сегодня сообщили губернатор области Светлана Орлова и чрезвычайный и полномочный посол Республики в России. Он прибыл в наш город с рабочим визитом. Представители дипкорпуса посетили несколько владимирских предприятий. Словаки надеются на развитие регионального сотрудничества между странами. Я хочу признаться, я тут один раз уже у вас был, да? 29 лет тому назад. Поэтому очень буду рад посмотреть эти места еще раз. И надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, и у меня будет возможность приезжать сюда чаще. Для Словакии Россия очень важный партнер. У нас нет никаких открытых вопросов. Только долголетнее сотрудничество, и моя цель, и мое задание эти сотрудничества расширять. Словацкая республика – любимая наша республика, потому что мы знаем очень много об этой республике, и мы обсудили, по каким направлениям мы можем сотрудничать. Это и стекольное производство, это и машиностроение. Это и туризм, естественно, потому что это хорошее направление. Это в перспективе, пока так скажу осторожно, возможно строительство фабрики по выпуску термобелья. Мы сейчас это прорабатываем.